Приехали с ребятками в крепость Петра. Петра Фортресс. А как вообще туда зайти? Там есть еще одна дверца. Крепость Петра. А вот там морюшка. А вот там где-то парковочка. А какая ляпота. Там, видимо, выход. Кто-то пошел так, как мы хотели идти. Классно. Классная архитектура этого здания. Ага. А там вот море. Кайф. Нам сказали, что можно запускать дрон. И можно снимать. Все можно. Только костры не жечь. И вот какая высота. И вот какая высота. Пойдем, Рош, спускайся. Вот этим, Юра, стенам очень-очень много лет. Несколько тысяч лет. Тысяч? Да. А почему тысяч? Очень старый. Здесь очень давно когда-то был замок. И вот это от него стены остались. Такие. Что ты хлопаешь зачем? Это я им хлопаю, чтобы помахать. Ага. Пи-пи-пи-пи-пи. Свет. Пошли смотреть вот эти комнаты, где есть метка опознавательная и где стоят иконы. Давай, прыгай, я тебя придержу. Еще есть полукруглая стена. Как красный угол в избе, видимо. Это иконы стоят, смотри, Раш, видишь? Что это за комната? А здесь вот, не знаю, что тут было раньше. Здесь это, похоже, триангуляционный пункт. Может быть. Там вода же? Это значит колодец? А здесь, наверное, что-нибудь должно было быть написано. Где? Вот здесь, на этом большом столе. Да, я боюсь, мы придем домой, начнем гуглить про это, и нам будет смешно самим. Что мы думаем, что это стол? Нет, Коля, из прошлого. Я могу сказать тебе с абсолютной уверенностью, что все гораздо проще, что ты не будешь это гуглить. Вот так вот просто все решилось. Здорово, не правда ли? Возвращаемся. Тяжело мне. Тяжело нести брошюру? Нет. Потому что сильный ветер. И мне придется сильно держать. Глубокий колодец. Да. Он открывается? Нет, его закрыли, чтобы никто туда не упал, потому что вылезти оттуда очень-очень сложно было бы. Бойница крепости Петра. А мы все, идем потихонечку наверх. Хотели подождать, пока будет меньше народу, но что-то меньше не становится. Пошли за ограду. Тут есть маленькая дверка для Юры, проход. А есть для больших людей. А где Юра, интересно? Юра! Юра! Ты где? Ну, любопытно, что в раннем средневековье уже арматуру умели делать. Какие продвинутые ребята были. Так, панорама крепости. Да, здесь я просто отключил звук, потому что ветер был совершенно невозможным. Сори за ветер, не было никакой защиты на микрофоне, поэтому так, поэтому просто передам вам привет, привет, и сейчас продолжится дорожка. Только ты с ногами.
гуляем по этажам Петры. Тут такая терраса непонятная, не знаем для чего и вообще что тут. Да, ну тут прикольно. Понятно, что это типа восстановлена, наверное, какая-то реконструкция, потому что здесь там арматура древняя и все такое. Давай там ступеньки хорошие, я тебя жду здесь. Они тебе ничего не сделают, Юраш. Это просто травка. Не бойся, она тебя пощекочется столько немножко, если. Это не крапива, она не щупнет тебе. А где крапива есть? Ну тут нет крапивы, не переживай. Смотри, какие там ворота, Юра. Какие? О, какие большие ворота. А почему они закрыты? А тут уже никто не ходит, видимо, кроме нас. И вот мы уже катим в Цихидзыри, там совсем рядышком, и сейчас уже будем. Вот-вот, смотрите, оп! Мы все идем за банановыми листьями. Идем, идем. Там будет выход к морю. Это же Волынка, пикап. А чешуеть. Собака, да. Душеника. Душение? Да. Хочешь попробовать? Не-не, это мы не будем есть, Юра. Целый ягодный ковер. Да, целый ягодный ковер. Ложной земляники, которая безвредная, но и невкусная при этом. Первый раз вижу, как могут расти бананы. Я тоже. Да, мы все. О, смотрите, шар прикатился. Вместе с рекой прикатился шар. Да, любопытно. На самом деле еще интересно, что банановые листья, они на ощупь очень-очень мягкие. Они выглядят такими жесткими, но на самом деле они прям такие прям какие-то нежные вообще. Класс. Банановая роща, Юра, да? Да. Клевый листик, мягкий-мягкий, да? Прям легко порвать. Ну да. Продолжаем наш путь через банановую рощу. Вдоль ручья. Там уже море с ЖД-веткой. Вообще вот так я выгляжу. Вот так выглядит Юра. Юра, посмотри в камеру. Еще ух ты! Не-не, нам надо сейчас вниз, Юра, там вверх уже некуда идти. О, какая Туся молодец! Это поезд из Тбилиси в Батуми. Да. Так, кажется мне, что мы можем наблюдать рождение банана. Или нет? Вниз? Да. Сейчас погоди, подожди меня, пожалуйста. Ну нет, сейчас мы сходим, да. Так, мы дошли до точки крайней. Тут водопадик. Народ купается, загорает, отдыхает. Летом кафешечка. Скала, народ. Там дальше еще несколько пляжей. Таких приватных. Юра ест яблоко.
все, мы съели по паре яблок. И начинаем подъем наверх. Всем привет, на связи Коля. Я только что закончил монтаж этого ролика. Сегодня начало декабря. Ездили мы еще весной. Много времени ушло, потому что не было понимания, как монтировать. Были проблемы с инструментом. Я монтировал все прежде на стареньком MacBook'е. Это было очень тяжело, очень больно. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас я могу монтировать больше. Надеюсь, интереснее. И у меня есть кое-какое понимание теперь, как нужно снимать, чтобы облегчить себе жизнь в дальнейшем при монтаже. Это больше архивное видео было про то, как проходило начало этого лета, это весна. Но я думаю, что оно может быть полезно также тем, кто просто собирается съездить в Петру, в Цихидзыри, кто живет, вероятно, в этих краях, недалеко от Батуми или в Батуми. Так что, если вам было интересно, комментируйте, спрашивайте, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи, скоро будут еще видосы про поездку в Турцию и про все остальное, чего накопилось очень много. Время разгребать завалы, монтировать, выкладывать. Спасибо за просмотр, за потраченное время и до скорых встреч. Пока!